Всем привет! Додел я BMW M3 E30, как в клипе группы «Руки вверх» на песню «Студент». Вот. Скорее всего, серия будет полторашная. Полторашная из двух, потому что, не знаю, не хватает вот этих вот кругов цветных на модельке машинки. Вот, я там списывался, где декали делают в группе. Мне ответили 650 рублей плюс почта, это, короче, 1000 рублей за эти кругляшки цветные, плюс еще их надо наклеить, примерно как в клипе было. Вот это, конечно, времени отнимет. Есть еще другой вариант у меня, как сделать, ну, без декалей, но будет похожим, но тут тоже как бы может получиться очень фигово. Вот. Так что, не знаю, если на заказ, я, конечно, сделал бы ее, если она кому нужна, а так, не знаю, пока в таком виде останется. В клипе там было прикольно, такой кабриолет, прожектора на крыше, ну, как на крыше, вот на такой раме, так скажем. Вот, мне, в принципе, этим как бы и был, как вызов сделать такую. Конечно, если кому надо, конечно, еще... Я бы 325-ю купил, как в клипе. Ну, Hot Wheels вроде нет такой. Ну, какой-нибудь там 18-й масштаб или это. Или 24-й вот от BMW осталось. Вот эта вот задняя часть крыши. Может, тоже что-нибудь с ней сделаю. Вот. Колеса, как в клипе. Вот. Также я тут выхлопную систему подкрасил. Вот. Ну, и на этой BMW я тоже подкрасил. Ну, тут она у меня такая... Вот так вот подкрашена у нас эта выхлопная система. Ну, на вот этой BMW стандартная. Тут трубы, конечно, помощнее стоят. Задние фары. Номерок V047 VK46 регион. Вот у меня еще есть запасные. Ну, если что, в Инстаграме фотки посмотрите. В принципе, было вызовом вот прожектора вот эти, плюс у нее еще в одном эпизоде в клипе было вот так вот на капоте мигалочка была. Ну, у меня она просто горит. Я там такую как бы розетку сделал под светодиод миниатюрную, так контакт надо поймать. Ну, в общем, она вот так вот у меня горит. В этой BMW мигалка. Вот такая. Конечно, была бы малюсенькая деталька, я бы ее под капот засунул, чтобы мигала, но там места не так много. Вот. В этом сложность кабриолета, конечно. Вот. Так это все светит. Прожектора, фары. Ну, типа сделал ангельские глаза. Вот. Задние фары. На этой BMW у меня тоже свет есть. Тут уже синие ангельские глаза. Ну, все-таки полиция. Вот. Тут желтое сделал, все-таки 95-й год, по-моему, клип снят. Вот тут желтое свечение. Вот так сзади выглядит. Тут, конечно, по-разному делал фары, поэтому на одной ярче, на другой не очень. Вот. На этом BMW еще делал отдельно, чтобы желтые горели, не знаю зачем, но просто что было. Вот. В этой, конечно, ну как бы в легкую горят поворотники, но не так ярко, потому что в них свет попадает, но за ними нет светодиода, не стал я заморачиваться. Вот, но мог бы сделать, конечно, но решил оставить так. И сзади у меня тут косячный этот. Один поворотник типа не горит.
Такая бэха получилась, такие прожектора, конечно, все время не отнял. Вот, ну было бы прикольно, конечно, с каким-нибудь 18-м работать, там и декали проще клеить, и прожектора можно более копийные сделать. Тут пришлось готовое решение брать и переделывать, перекрашивать. Вот также я сделал тут имитацию такой как бы складной крыши, ну как в клипе. Вот в клипе, конечно, не было спойлера, я решил оставить. Вот тут спойлер такой залитый. Вот в этой BMW я его проточил. Можно увидеть это, что он просвечивается. Ну, как положено спойлеру, короче. Вот, а тут вот он залит, видно. Что вот он залитый. Вот тут у нас М1, М2, М3. Есть у меня еще другие бэхи побольше. Вот, ну до них потом очередь дойдет. Такая получился кабриолет. Всем спасибо за просмотр. Пока.